Ирбис, Душанбе. Ребята помогают нам с разрешениями на въезд в горную часть, приграничную с Афганистаном. Мы тут переоденемся, посмотрим технику и поедем дальше. При желании здесь можно сменить резину, сменить масло, подремонтировать технику, если она нуждается в этом. Получено разрешение на прохождение Голдового Балдаштхана у нас. Спасибо Азику, все сделал очень быстро и комфортно для нас. Заправлены полные баки. Впереди Памир. Не доехали до намеченного места, километров 40. Стало темнеть, дорога пошла практически оффроудная. Вот съехали с дороги, нашли более-менее ровное местечко. Будем ставить лагерь. Едем по верхней дороге Памирского тракта. В 2 километрах свернули с основной дороги, но основная была тоже так. Местами хороший асфальт, местами разбитый асфальт, местами, где шли оползни, асфальта совсем нету. Нас зарегистрировали на повороте, и вот пошла такая чудесная дорога. Виды здесь невероятные. Через 10 километров после поста ГАИ, где вас регистрируют, вот есть такое озеро. Вот дороги не видно, но Азик нам порекомендовал здесь остановиться. Здесь можно искупаться, вода довольно чистая. И можно сварить кофе, сварить, покушать, чтобы сделать перерыв. К
куча мелкой рыбешки. Мы решили ее подкормить гречкой. Она у нас оно рассыпается постоянно по кофру. Сейчас поймут, что там гречка есть. Оп. Дорога просто восторг. Виды шикарные, обрывы, оффроуд, покрытие каменистое, кое-где пыль может понести, кое-где разбитый асфальт. В общем, все, что надо для адвенчер мотоцикла. Заблудился я. Маленький, вроде красивый. Но это уже на броде, вроде тянет. По-прежнему на верхней дороге Памирского тракта должны были идти той дорогой, более цивилизованной. Но дядечка с лопатой сказал, что там сошел сель и дорогу размыло совсем. И пришлось нам ехать напрямую. Тут у местных есть дорога другая. Но тут подъем, но тут уже нормально. Снизу было очень круто и крутые повороты. И все это с песочком, с камушками. Ползли на первой передаче, потому что на вторую уже не тянет в такую горку. И решили остановиться отдохнуть, чтобы мотоциклы подостыли. Но зато мы имеем вот такой прекрасный вид. На скалы, на речку, на ущелье и даже белая шапка на горе. Кое
красивенное разноцветие трав. И аромат стоит. Один танцаль попсох. 17-литрового бака хватило на 240 километров горных дорог. Но у нас есть бензин. Карбюраторные мотоциклы на 3000 уже тянут не очень. У меня пропал холостой ход, а у Сани, наверное, тянет плохо. Потому что отстает сильно, хотя дорога здесь простая. Делаем маленький камнепад. В этом самом месте сходятся две дороги Помирского тракта. Верхняя дорога оттуда и нижняя дорога. Нижняя 370 километров асфальта, а верхняя дорога 250 или 260 вот такого оффроуда с невероятными видами, с обрывами, в общем, с озером. В общем, нам очень понравилось. Мы шли верхней дорогой, и, друзья, кто будет здесь ездить, выбирайте верхнюю дорогу. Она гораздо более интереснее. Вот за нами речка Пяндж, и там Афганистан.